Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Шри Адвайта Гарадхара Шипасади Гаура Бхактивинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Шри Адвайта Гарадхара Шипасади Гаура Бхактивинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Шри Адвайта Гарадхара Шипасади Гаура Бхактивинда Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари 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 Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, 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 Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари. Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама. Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Ну что, дорогие друзья, дорогие преданные, я приветствую вас. Продолжается наша картика парикрама, и преданные каждый день обсуждают в храме те святые места, которые обычно мы проходим во время Вриндаван Парикрама. И сегодня пришел черед Радха Кунду и Шьяма Кунду. Это отдельная тема, потому что даже в самой книге Парикрама, Парикрама Радха Кунды и Шьяма Кунды выделена вообще в абсолютно, можно даже сказать, отдельную книгу по Парикраму, потому что это как бы особая концентрация святых мест. И поэтому, чтобы мы как бы сейчас не погрузились чисто в многообразие святых мест, в первую очередь мы должны определить понятие, что такое Радха Кунд и Шьяма Кунд во Вриндаване. Начнем с Упадишамриты Рупа Госвами, где он говорит о том, что каждый человек должен научиться контролировать позывы чувства, ума и в конечном итоге поселиться на берегах Радха Кунды. В этой связи Гуру Махарадж очень четко объяснил, что Радха Кунда не является геологическим местом, а в мире сознания она занимает высочайшее место самопредания, ибо Радха Кунд – это олицетворенная любовь Радхарани и Кришны, которая пребывает как стратегический запас воды в жидкой форме. У нас в Крыму есть рядом с нашей Узумжей стратегическое водохранилище, вход которого закрыт железным забором и написано ни в коем случае не проникать, иначе там, так сказать, уголовная ответственность. То есть определенные государства в какой-то момент они создают определенные стратегические запасы воды, но пить эту воду запрещено. И то же самое можно сказать про Радха Кунд. Это особый стратегический запас, где Радхарани присутствует в жидкой форме, но подойти в суи и просто физически омываться в этом, это все равно, что совершить оскорбление. И тем не менее, простодушные люди приходят туда именно помыться, хотя наша суть
не прийти в Радха-кунд, не окунуться в него, чтобы смыть с себя грехи. А наша идея – поклониться этой высшей божественной любви, этому эстетическому запасу и попшикать на себя, может быть, несколько капель воды, потому что, сколько сказал Гуру Махарадж, капля безграничного является также безграничной. И Шрила Гурудев всегда с большим смирением относился к Радха-кунду. Именно поэтому Шрила Гурудев, а портрет его, видите, висит надо мной, как некий флаг, напоминающий нам, что наша гуру всегда находится на высоте. Его идея была такова, что мы построим свой храм рядом с Радха-кундом, но и на самом Радха-кунде. Гурудев мог себе позволить купить землю на Радха-кунде. У него для этого были достаточно ресурсов, авторитетов. Но тем не менее Гурудев это не сделал. Он занял особое положение, положение слуги, ибо совершенно слуга, он готов прийти на зов хозяина и так же, как ниндзя, раствориться, чтобы не мешать. Поэтому, когда Гурудев размышлял о наставлениях гуру Махараджа, он выбрал идеальное место на берегах Манасакунды. Именно там, в Манасакунде, мы начинаем свое омовение перед парикрамой, потому что только с чистым умом мы можем путешествовать в этом особом святом пространстве. И когда уже мы проходим весь Говардхан, да, очищаем свое сознание, Говинду Кунду, Аньору и другие святые места, проходим все 108 кунд, которые оставили боги и мистические живые существа в честь признания Господа Говинды, да, то есть участвуя в определенной божественной лиле, только тогда мы можем, скажем так, преодолев Удаву Кунду, поняв, что здесь нужно быть ниже травы смирения, да, чем листва. Только в таком смиренном умонастроении служения мы можем приблизиться к берегам Радха-кунды. Иначе наше паломничество приведет обратный результат, да, некие оскорбления могут быть нанесены. И тогда мы не получим результат паломничества. Поэтому паломнический гид нас очень серьезно предупреждает о том, что чтобы паломничество было благоприятным, в первую очередь нужно избегать оскорблений. И существуют разные оскорбления, да, там вайшнава-апарадхи, джива-апарадхи, там оскорбления животных, людей, вайшнавов, божеств, богов, как бы, святынь. Вот, поэтому, друзья, в этом смысле мы как бы очень должны быть внимательны. И поэтому мы сильно долго не задерживаемся на Радха-кунде. Дело в том, что несколько раз я совершал разные париграмы с разными личностями, и каждый раз мне открывалось огромное количество разных храмов и святынь. Я даже не мог себе представить. Потому что каждый раз я попадал в какие-то более новые, еще новые места. Там здесь божества такого святого вайшнавского, здесь поклонялся другой вайшнавский святой. И когда ты видишь эти святыни, то ты понимаешь, насколько это такое серьезное место, с одной стороны. Но с другой стороны, как бы для новых людей в этом нет необходимости посетить прямо каждое место святое вокруг Радха-кунды. Во-первых, это очень долго. Во-вторых, как бы это очень сложно. И в-третьих, как бы трансцендентный передоз может вызвать несварение как бы трансцендентного желудка. Мы немножко об этом поговорим сегодня, потому что когда речь идет о поклонении Радха-кунду, то особое смирение и особое почитание Даса Госвами с Баджан Кутира, которого мы начинаем поклонение, место Джановы Маты, место там, где пребывают пандавы в форме деревьев. Представляете, там пандавы, они живут на Радха-кунде как деревья. Почему? Потому что так они находятся в Сакья-расе, но там, где высшее проявление Мадхури-расы, что могут делать друзья? Только дарить тень. И поэтому столь как бы незазорно занимать столь смиренное положение на Радха-кунде, если даже пандавы там принимают образ деревьев. Что же говорить про нас? Удава становится пылью и травой, пандавы деревьями, а кем должны быть мы? Микробами, я не знаю, там, даже этого положения мы недостойны. Поэтому посещение Радха-кунды может быть благотворно только в определенном умонастроении смирения, почтения. И милостивы наши как бы хранители, наши духовные хранители, они нас как бы призывают на Радха-кунд, чтобы мы пришли туда поклониться. Но ни в коем случае не остались там жить, не стали панибратами, да, не приняли это место как некая обыденность, как некое пространство, где, так сказать, там мы можем развесить свои там штаны, носки, так сказать, заниматься какой-то бытовухой.
Ибо это место в, как бы, в списке наших учителей является наиболее сакральным, сокровенным. И мы можем пойти туда только лишь в умонастроении служения. И когда служение исполнено, мы должны удалиться, чтобы не нарушать гармоничное существование этого места. Но, к удивлению, мы увидим, что там много сахаджиев, много каких-то непонятных мудных товарищей, которые, так сказать, непонятно там чем занимаются. У меня там даже один преданный друг жил, он мне рассказывал, так сказать, всю там подноготную, кто и как там живет. И поэтому Сарасат Такур сказал «нарака кунд», кунд, адская кунда. В том смысле, что если кто-то думает, что он квалифицирован жить в этом месте, то это его первая дисквалификация. Если кто-то думает, что он обладает чистотой и способностью поклонения, он также глубоко ошибается. И поэтому Сарасат Такур очень жестко критиковал тех местных сахаджиев и, так сказать, обывателей, которые пытались, ну, как бы пристроиться на Радха-кунде для каких-то своих целей. Но, тем не менее, там был Баджан Кутир Бхактивинода Такура. Мы знаем, что Бхактивинода Такура, он проводил часть времени своей старости уже на Радха-кунде, во Вриндаване, совершая свой баджан, написал там свои книги, а какую-то часть времени он приезжал и проводил в Навадвипе в своем доме в Гадруме. И Сарасвати Такур с детства был на Радха-кунде, но он не приемлял местных брахманов и местных, так сказать, священников, которые, ну, по большому счету, если так сказать, простыми русскими словами, занимаются тем, что разводят духовных туристов, паломников. И он не считал, что это, так сказать, тип деятельности подлежит подлинным преданным. Да? Понятно, конечно, что они все имеют некое браманическое происхождение, понятно, что, так сказать, паломники, так сказать, тоже уже перевелись. Но это не значит, что если, как бы, скажем так, миряне стали материалистами, то святые должны, как бы, опускаться на их уровень и пытаться их, как бы, там, трамбовать, взывая к их вечному, как бы, благу, если они должны пожертвовать браманам. Все это происходит в категории любви, веры и взаимности. Если такого нет, то такие отношения можно назвать не более чем проституцию. «Эй, давай, давай деньги, я тебе сейчас там кадилом помахаю». Поэтому Сарасвати Такур это не приемлил, и для него это было, ну, как бы, не то чтобы дико, а он не считал, что это духовно, он не считал, что такая некая материалистическая дхарма является чем-то возвышенным, тем более здесь, на Радха-кунде, в месте, где мы должны быть в полном смирении, в полном настроении. Но, тем не менее, там находится один из храмов вайшнавских, Гауди Мат Сарасвати Такура, который основал там, ну, как бы, в память о, так сказать, этом важном месте, да, Баджан Кутир Бхактивинода Такура и множество-множество других святых мест, которые так или иначе связаны с очень важными вайшнавами, начиная от Рагунатха Дас Госвами, заканчивая там Санатаном Госвами, Кришнадасом Кавираджой. Ну, как говорится, тут всеми Госвами, как говорится, кто тут только не был. Поэтому каждый шаг вокруг Радха-кунды – это особое место, особое почтение, и он связан со Шьяма-кундом. Ибо история гласит о том, что однажды Кришна убил демона в форме теленка, но поскольку теленок, корова, является олицетворением религии, Радхарани очень сильно расстроилась. Хотя, конечно, она знала, что это демон, но она хотела показать, что убийство коровы – это величайший грех, и ты, Кришна, должен очиститься от этого. И Кришна спросил, как ты хочешь, чтобы я очистилась? Он сказал, ну, если бы ты мог омыться во всех святых реках Вселенной, тогда, наверное, бы грех убийства коровы мог бы быть с тебя снят. И Кришна сказал, смотри, Радхарани, я призову все реки Вселенной, все священные реки в одно место. И он стал рыть Шьяма-кунду, и все увидели, как все святые реки пришли в эту Шьяма-кунду. Но Радхарани сказала, хорошо, тогда мы тоже с моими гопи вырвем свою священную кунду, которая еще будет более священная, чем твоя. И гопи стали рыть вместе с Радхарани свою кунду, и это получилось Радха-кунда. Таким образом, если все святые реки вошли в Шьяма-кунду, то в чем же сила и святость Шьяма-кунды? Мы знаем, что вся святость проявляется в любви Радхарани. И поэтому, если, как бы, святая Шьяма-кунда – это олицетворение всех-всех-всех святых рек Вселенной, то Радха-кунда является в разы сильнее. И обе эти кунды соединились через, как любовь Радхи и Кришны вечно соединена в единое, при этом они остаются
раздельными, но время от времени они соединяются в своем любовном союзе, так как Шьяма Кунда и Рада Кунда, они соединены, это как бы единое целое, но при этом как бы они остаются разными. И эта история показывает нам, что сама по себе Радха Кунда является высочайшей, ибо она выше, чем даже все святые реки всей Вселенной, выше даже, чем Кунда, которая вырыта самим Кришной. Почему? Потому что любовь Радхарани. Радхарани – это любовь, вера и преданность. И поэтому, как женская природа любви, верности и преданности, она занимает высочайшее положение. И поэтому наше паломничество на эти святые берега – это паломничество к стопам Радхарани. Да, мы приходим туда как бедные, как нищие. Да, мы не приходим туда, мы такие крутые, такие богатые, давайте вам тут по 100 рупий дадим. Нет, мы приходим туда просить милости. И Радхарани очень-очень милостливая, да, она милостивая в особенности к падшим душам, к несовершенным личностям. Ибо когда речь идет о ком-то совершенном, тогда он покажет то, что, на что ты способен. Но если в тебе есть подлинное раскаяние, если в тебе нет гордыни и эгоизма, тогда ты можешь встать как бы в короткую очередь, где раздают милость. И поэтому на берега Радхи Кунды приходили все вайшнавские святые, сам Махапрабху, путешествуя по Вриндавану, спрашивал людей, где Радха Кунда, где Радха Кунда. Но никто не знал. Но однажды, проходя Гвардхан, он сказал, вот Радха Кунда, и бросился в заросший пруд, который находился посреди рисового поля. Люди были шокированы. Да, это пруд, который мы знали, но то, что это Радха Кунда, откуда нам было знать? Так Махапрабху лично нашел Радха Кунду. И позже, благодаря его последователям, вайшнавам, шести госвами, их ученикам, цари и преданные сделали, расширили Радха Кунду, так сказать, открыли те спрятанные, скрытые подводные подземные источники. И Радха Кунда сейчас в таком своем величии представляется нам. Ее, конечно, ухаживают, чистят, но при этом, так сказать, постоянно чистят, потому что постоянно закидывают цветами. А иногда даже на день явления Радха Кунды, который происходит вот сейчас, в этот месяц, прилетают всякие йоги богатые, сыпят Радха Кунду с вертолета лепестками роз. Вот. Но даже это не в состоянии до конца проявить то величие Радха Кунды, которым она обладает. И поэтому мы можем лишь только в большом смирении и терпении поклоняться этому великому, величайшему всех святых мест и просить Господа, чтобы Он пролил на нас особую милость. Вот. Множество божеств, как я уже сказал, множество интересных, уникальных историй связано с этими божествами. Там и язык Гавардхана присутствует, там присутствует и баджан, кутиры великих святых, и удивительные божества. И я вряд ли сегодня смогу об этом всем рассказать, потому что у меня уже час ночи, а я только-только освободился и понял, что пока еще не выходил на связь. Поэтому, друзья, Радха Кунда величайшая из всех святых мест во Вселенной. Рупа Госвами говорит, что мы должны поселиться на его берегах. А это речь не идет о чем-то физическом. Ибо эта жидкая любовь в чистой форме, она, как Гуру Махарадж говорил, вера и самопожертвование. Это две вещи, которые, так сказать, формула эликсира бессмертия. Вера и самопожертвование. Без самопожертвования не может быть подлинной веры, без веры не может быть подлинного самопожертвования. Поэтому два этих компонента, когда объединяются в едином начале, тогда душа обретает благословение, Радхарани, способность жить на берегах этого святого места. Ну вот, друзья, я не решал, что я буду как-то очень много вам об этом говорить и очень много вам об этом рассказывать, чтобы, ну, как бы не сбить вас с самой главной мысли о том, что вера и самопожертвование, и только тогда некое соприкосновение с этим планом бытия возможно. В противном случае мы уйдем в перечисление там божества такого вайшнавского святого, баджан кутир такого вайшнавского святого, баджан кутир третьего вайшнавского, как я уже сказал, кто там только не жил среди вайшнавов, там все великие святые отметились, и поэтому об этом можно говорить часами, я не знаю, годами, наверное. Вот, но поскольку у нас с вами парикрама, и мы как бы движемся в мире сознания, то я просто хотел вам донести самое главное, самое важное. И это, наверное, есть наше движение вперед, ибо когда мы знаем важное, все остальное как бы тоже будет нам известно.
Но если мы знаем много всего, но важного не знаем, не замечаем, тогда мы, как говорится, пролетаем мимо главной цели, главной сути. Поэтому, друзья, как бы в первую очередь мы должны культивировать веру, самопредание, самопожертвование. И только тогда в этом настроении нам откроются высшие реалии. В противном случае они будут всегда для нас закрыты, ибо этот вид сознания Кришны, это эксклюзивный вид сознания Кришны, он доступен только для предавшихся душ. Других туда просто не пускают. А как обрести самопредание? Только благодаря общению с предавшимися душами. Поэтому в Шримад-Бхагаватам, в Писании говорится, что даже секунда, проведенная с предавшимися душами, может открыть нам бесконечную перспективу вечного бытия во Вриндаване. Ну вот так, друзья, поэтому еще раз поздравляю вас с Картикой. Как я уже говорил, с одной стороны, а можно об этом говорить очень много, и там очень много интересных историй, а с другой стороны, как бы, если я упущу главный фокус, суть этого паломничества, тогда как бы истории, они не будут иметь столь желанный результат. Так что мои поклоны Хари Кришна, Шри Кришна Чайтанна, Прабху Нитананда, Шри Адвейта Гарадхара, Шри Васари Гаура Бхактивинода. Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Джай Шри Радха Кунда Шки Джай Шьяма Кунда Маки Джай. Завтра мы поговорим с вами про Кушам Саровар. Это еще одно прекрасное место. И Нарада Кунда. И таким образом такая общая Гавардхана Парикрама будет закончена для нас. Ну что, дорогие преданные, спасибо вам за то, что вы активно, так сказать, цветочки посылаете, сердечки посылаете. Я тоже пытаюсь там шлепать пальцем по Инстаграме. Но я понимаю, что сознание не имеет границ, хотя мы с вами как входим в цифровую новую эпоху, но как бы мы понимаем, что самое высшее – это личное общение. И поэтому я надеюсь всех вас увидеть в один день как бы в этом мире и, может быть, в следующем, в мире Вриндавана, когда, может быть, до этого еще миллиарды жизней, но эта перспектива столь прекрасна, столь совершенна, что даже ради нее есть смысл рождать и умирать 100 миллиардов жизней. Ведь гопи говорят, что секунда без тебя, Кришна, кажется нам миллиардами жизней. Это значит, что миллиарды жизней протекут как одна секунда на пути в сознание Кришны. Так что, друзья, вот так вот все. Миллиарды жизней как одна секунда. И все это благодаря чудесному трансформации сознания Кришны. Ну, всего хорошего, мои поклоны. Хари Кришна, я рад вообще вас видеть. И до завтра.